будет невольно, когда сделают укол. Им нужны деньги. Я тебя умоляю, пожалуйста, ну спаси меня. Принеси им деньги. Им нужно 30 тысяч долларов. Или миллион рублей. Ну, пожалуйста, приедь, забери меня. Мальчик 13 лет. Единственный сын в семье. Пропал 2 дня назад. Но я бы на месте следователя не стал так жестоко травмировать мать показом этого сюжета, где мальчик просит внести за него выкуп 30 тысяч долларов. Я бы на его месте прекратил бы этот допрос и вызвал врача.